Белый камень на черном отмостке дома 47 по проспекту Ленина сразу бросается в глаза и привлекает внимание. Щебенкой закрыли пролом, который открылся здесь почти 4 месяца назад. Вот только это не особо помогло, и яма продолжает расти. Впереди осень, дожди, и проблема может только усугубиться, считают жители дома. Очень интересно сделал. Асфальт, отмычка пока еще висела. Они взяли, и вот там был проем, и они ее просто землей вот так вот заложили, и все. Вот. Потом, когда асфальт упал, я ему позвонила, они приехали и засыпали щебенкой. На этом ремонтные работы прекратились, а руководитель «Бастиона» перестал выходить на связь. Дозвониться ему нам также не удалось. Если поначалу трубку просто не брали, то позже номер занесли в черный список. Аппарат вызываемого абонента занят. За 2 дня трубку так никто и не взял и не перезвонил. Людмила Алексеевна обращалась в администрацию, к депутату своего округа и даже в МУП-центр ЖКХ, который раньше обслуживал их дом. Но проблема так и остается нерешенной. Если эту проблему не решить и не решать, это может закончиться достаточно плачевно для жителей этого дома, для самого дома, потому что вода льется, заходит непонятно куда, в подвал, либо куда. В общем, размывается грунт. Может закончиться все достаточно плачевно, повторяюсь, потому что что-нибудь рухнет. Жители волнуют, что пролом продолжает увеличиваться, и если не принять срочные меры, фундамент дома может пострадать. Но им остается ждать, когда «Бастион» займется этой проблемой. Анна Пелепец, Константин Островский, Евгений Зыбин, служба новостей Саров, 24.